Переименование улицы Фолюш – одна из самых обсуждаемых тем в городе. Более 1500 жителей микрорайона высказали свое мнение во время мониторинга при ЖЭСе. В итоге абсолютное большинство оказалось против изменений. Сегодня в Гродненском горосполкоме прошло заседание комиссии, которая решила отложить переименование Фолюша как минимум на месяц. И еще раз разъяснить населению все юридические и финансовые нюансы. К слову, гродненцам в связи с изменением названия улицы не придется переоформлять документы на жилье. Все они будут действительны и со старым наименованием. К тому же не понесут горожане каких-либо материальных затрат. Принято решение о том, что повторно рассмотреть этот вопрос, довести до сведения жителей все возможные варианты развития этого события, связанные с переименованием, в какой степени это будет затрагивать их интересы как для комфортного проживания, учитывая изменение адреса, и финансовых затрат, связанных с переоформлением возможным этих документов. После повторного изучения общественного мнения и полного информирования населения окончательное решение по переименованию улицы Фолюш будет принимать городской совет депутатов.